камера у нас шевелится, вверх и вниз, огоньки притушили, зажгли. Вот у нас Кирилл. Ну, практически без потери высоты летаем. Первый режим самый легенький. Но разряжается аккумулятор сильно, уже 56%. Что-то мы тут нажали, активировали. Карты не видим. Видимо, GPS очень слабый. Ага, вот все, дом он видит. Что, попробуем присадить домой. Ну вот, летит домой. Ошибся чуть-чуть.